Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна, и я сейчас проживаю в Индии, в городе Мумбаи, со своим супругом Халидом и маленькой дочкой Эмилией. Сегодня наше с Эмилюшей утро началось с завтрака, с доставки завтрака. А Халида, брат, Навид, принес нам с утра пораньше уже приготовленную масалу досу. Ну что за праздник? В общем, сейчас мы с Эмилюшей будем завтракать. Мама, я вкусную на масалу досу. Вот пасеки. Вот. Добавь. Спайси, да. Пока вообще как вкусно. Вкусно. Вот так вот. Приятного всем аппетита. Всем аппетита. Моя ты зайка. Посмотрите, какой он уже большой и красивый. Сегодня свекр пришел на обед и принес нам фрукты домой. Взял вот сегодня ананас, мешочек личи и принес нам натуральный вот такой зеленый чай. Вечером буду заваривать, покажу вам. Решили с Эмилюшей сделать сегодня оладушки с бананом. Сейчас я вам покажу, она как раз вот готовит. Вот такое пюре сделала Милюша. Добавили бананы, одно яйцо. Тебе нравится готовить? Да. А что ты готовишь? Молодец. Помощник. Вкусно. Вкусно? Да. А ты будешь это кушать? Да. Ну, посмотрим. И 3 ложки муки. Мука, банана и перец. Вот. Какая красивая, какая вот эта. Блинчики. Блинчики. Пока-пока. И вот так просто добавим на сковородочку, как оладушки. Вообще, этот рецепт мне посоветовала Амилин доктор в России. Она тогда очень плохо кушала, и доктор посоветовала сделать вот такой на скорую руку. Правда, я обычно не добавляю сахар, но так как сегодня я делаю на всех, поэтому я пол чайной ложки добавила. Потому что бананы у нас, мы добавляли же маленькие в том числе, а они не очень сладкие. В общем, чуть-чуть добавили. Халид пришел контролировать процесс, потому что я все время все сжигаю. Вот он контролирует. И вот такие получились. Уже на самом деле все разобрали. Зайчик, ну что, вкусно? Да. Вот она, мой подгорелый первый. Прости, господи. Кстати, мы не показали вам. Мы наконец-то получили наш новый холодильник. Посмотрите, какая красота. Какой вот он огромный. Как шкаф. Вот это вот морозильная камера, как вы видите, большущая. Кстати, обратите внимание, вот из этого изготавливают масло ги. Это когда вы кипятите молоко, поднимается вот эта пенка, и вот эту пенку собирают, хранят ее вот так вот в морозильной камере у меня дома, и потом изготавливают из этого масло ги. А вот это обычный холодильник. Точно так же, видите, огромнейший. Все у нас тут есть. И для яиц, и для молока, и для воды, и для овощей, и фруктов. Вообще все, что надо. Сегодня Халид заказал несколько видов еды индийской. Он заказал грибной карри, заказал плов с курицей, заказал несколько роти и здесь курица. Смотрите, какие роти, прям пышные, мягкие. Мы такие дома не готовим, они из обычной пшеничной муки. Мы используем грубого помола, чтобы она была более-менее полезная. Вот. Но иногда почему бы и нет. Вот это одежда, которую нам только что принесли
дядечка забирает у нас каждый день, ну, если нам необходимо, и все гладит. Свекровь начистила манго. Сейчас смешает его со льдом, с молоком, все в блендере. И будет такой молочный коктейль. Вот, видите, какая красота. Сегодня у нас получился такой вот день кулинарный. Все немножко поготовили всего, что только можно. Ну и, естественно, заказали тоже. Ну вот такие дни у нас бывают. И я думаю, что и у вас тоже такие, как я говорю, ленивые дни. И для зеленого чая мы наливаем вот столько воды. Ну, в принципе, сколько вы хотите. И вот она моя травка. Я вот сейчас только рубану, кину это все в водичку. И нужно это будет 5 минут кипятить. В общем, свекровь тоже захотела, поэтому я налила почти полный ковшик и добавила вот просто чаечек. И сейчас это все будет кипятиться. И как только вода станет такая желто-зеленая, можно будет пить. Вкус, кстати, у чая такой небольшой с кислинкой, чем-то напоминает лемонграсс. Ну, в общем, я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее видео. Спасибо вам большое за просмотр, за вашу поддержку, лайки и комментарии. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Видите, как я стою на фоне нашего нового холодильника? Ну, красота же! В общем, до новых встреч, друзья! Пока-пока!